из упражнений на пресс всему голова. Располагаемся на скамеечку, поднимаем ножки или можно лечь на пол, на горе. Ножки согнуты в колени, ручки скользят в пяточку вдоль голени. Таких нужно сделать всего лишь 50 повторений. Шикарно, сам рецепт. Располагаемся на бочок уже, ручки за голову и наклончик 50 на вторую сторону. Затем поворачиваемся противоположно и тоже выполняем 50 повторений. Пресс взят.